В России электрокары получат зеленые номерные знаки. Это позволит сделать экологически чистый транспорт узнаваемым и поможет его популяризации. В первой половине прошлого года количество электромобилей в России выросло более чем на 700 единиц, или 40%, и достигло 2500 штук. В мире количество электрокаров уже перевалило за 3 миллиона. Стратегия развития российского автопрома предусматривает увеличение доли электрокаров в продажах на внутреннем рынке до 15-25 тысяч.